Вы смотрите обзор товара тарелка-поднос, диаметр 27 градусов Цельсия, дуб. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Тарелка-поднос из дуба сделана по принципу бочек, только очень-очень низеньких, и стянута латунным обручем. Такая тарелка-поднос подойдут для кафе или ресторанов, где используется старинная или этническая стилистика. И дома посуда из дуба может оказаться совсем не лишней. Использование в обиходе предметов из дуба – один из самых простых способов улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Современная наука и медицина подтверждают уникальные целебные свойства дуба. В частности, его способность бороться с гнилостными бактериями и укреплять иммунитет человека. Поэтому тарелки из дуба – посуда не только практичная, но и полезная для здоровья. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.